Автомобиль Hyundai Grand Starrex 2008 года выпуска. Автомобиль имеет несколько владельцев. У него заглушен EGR. В некоторых случаях это может приводить к прогару прокладки ГБЦ из-за повышения температуры в камере сгорания. Здесь мы наблюдаем похожую картину. У автомобиля, по всей видимости, прокладка ГБЦ потеряла герметичность вследствие прогара, так как у автомобиля уходит антифриз, однако снаружи никаких течей нет. По всей видимости, антифриз уходит в камеру сгорания. Для выяснения неисправности необходимо демонтировать ГБЦ. Пробег автомобиля составляет 176 767 километров. Сейчас скидываем ГБЦ и смотрим, в чем причина. Демонтировали впускной коллектор. Вот видим прогар в третьем цилиндре и во втором. И вот обратите внимание, как на плоскости головки также отпечатался вот этот прогар. Прокладки ГБЦ дизельных двигателей прогорают в основном из-за детонации. Детонация возникает как от плохой солярки, также от перегрева. Также перегрев может вызвать искривление плоскости, как ГБЦ, так и блока, что также вызовет пробой прокладки. Головка будет отмыта, опрессована, отфрезерована и установлена на автомобиль. В ходе опрессовки нарушение герметичности корпуса ГБЦ не выявлено. Плоскость отфрезерована, было довольно сильное искривление, сняли 15 соток. Шейкеры с предвалов нехило так изношены, даже ногтем чувствуются риски. С давлением масла в этом двигателе все плохо, но клиент распредвалы менять не будет. ГБЦ установлено. Установили выпускной коллектор с турбиной. Установили постель вместе с распредвалами. Двигатель уже почти собран, за исключением механизма ГРМ, который любовно укрыт бабушкиным халатом. Механизм ГРМ собран, установлена цепь, башмаки, а также натяжитель. Установили телевизор с радиаторами, подключили все шланги, фишки, разъемы. Сейчас заливаем антифриз. Также заливаем новое масло в двигатель. У автомобиля механический подкачной насос, так называемая груша или лягушка. Качаем до тех пор, пока она не станет дубовой. Первый запуск после ремонта. Так, запускаем двигатель. Автомобиль отремонтирован, проверен и готов к выдаче.